Так, отключили у нас тут свет. В Прилуках и у нас на 8 часов по самой-то жаре. Я последний раз снимала на камеру, с планшета управляла. И у меня там какой-то не... Вот, наконец-то она сама автоматизировалась. Короче говоря, у меня внезапно с первого применения разжегся мангал. И я тут кабачки жарю, пельмени варю. Чайник у меня, наверное, уже нагрелся. Свет, скорее всего, немножко не совсем так передается, но... Так как электричества-то нету, телефон-то у меня вообще жрет сейчас от аккумулятора, который штатив для этой камеры. Я достала сразу, чтобы не лазать много раз в холодильник. Огурцы. Зеленушка, можно салатик сделать. Кабачок соседкин, кабачок мой. Пельмени я обратно убрала. Тут у меня сейчас налила в 2-литровую бутылку из-под кваса воды колодезной. Тут, значит, соль, в чайнике заварен ройбуш, ну и чашки под чай. Вот. Если бы мои близкие родственники, как обещали мне, баллон, все-таки его этот привезли газовый, мне бы не пришлось так она геморриться, но жрачка на природе. Если бы я знала, что мне хватит заряда, то аккумулятора, то я бы вам эту жрачку на природе даже продемонстрировала. Но, к сожалению, я просто ее засниму. Вот, привет, зритель. Хочешь поддержать канал, поддержи. Я тебе спасибо скажу. Пока, зритель.